Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 22 января. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Закат солнца пурпурного цвета, к бурану с морозом. Тучи идут против ветра, к снегопаду. Кучевые облака появляются утром, увеличиваются к полудню, расходятся к вечеру и после заката исчезают совсем. К морозной погоде без осадков. А какая же погода ждет нас завтра, 22 января? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Егорьевка Благовещенского района Амурской области за окном минус 17. И очень яркое солнце. Наконец-то сельчан порадует ясная погода, а то все облачность. В деревне Пильегор Ижемского района Республики Коми минус 27 и облачно. Уж какой мороз! А на выходных будет еще холоднее. В селе Средний Егорлык Целинского района Ростовской области плюс 2. По прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня установится переменная облачность. К счастью, осадков не будет. В деревне Восточное Егоровское Тонкинского района Нижегородской области минус 11 градусов. Снега выпадет много, так что будьте аккуратны на дороге. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог.